тюменским садоводам пора объединяться. Об этом говорили сегодня на заседании общественного совета при областном департаменте АПК. Сейчас в регионе 437 различных дачных обществ, 218 из них у областного центра. И в каждом, как говорится, своя политика. Вот и проблемы им приходится решать в одиночку. На совете предложено создать рабочую группу при губернаторе. Должен быть единый орган, который бы консолидировал, да, и объединял председателей в единую систему. Потому что сегодня не разработаны какие-то нормативно-правовые документы для председателей. То есть каждый как хочет, так и те документы делает. Какие хочет, те взносы устанавливает. Помимо правового регулирования в садоводстве, на совете также обсудили избыт излишков продукции. Сейчас одна из региональных производственных компаний готова закупать ягоды и овощи у тюменских дачников.